Всем привет! Продолжаю решать задачи на питоне. Сейчас буду решать задачу сумма. Ну, на вход подается число. И надо определить сумму всех чисел, лежащих от 1 и до n включительно. Ну, число может быть и отрицательное. Вот. Ну, сейчас считаю данные сначала. Целое число. Ну и рассмотрим два случая, когда число n положительное, если n больше нуля. Так, нам понадобится переменная для хранения суммы s. Изначально она равна нулю. Так, если число n положительное. Ну, самое простое — это пробежаться в цикле. От единицы до n включительно. До n включительно — это значит n плюс 1, потому что сам край не входит в диапазон. Ну и просто прибавляем к s число и итератора, ну, то есть итератор цикла. Так. В противном случае, если n отрицательное, также цикл, только уже от n и до единицы включительно, значит, это до двух, в диапазоне до двух. Вот. Аналогично прибавляем итератор i к s. Так, ну и остается только распечатать S после условий. Так, ну сейчас проверим. Так, здесь минус 3. Ну, сумма минус 5. Можно даже расписать. Минус 3. Минус 2. Минус 1, 0 и единица. Минус 5, минус 6, плюс 1, минус 5. Значит, все совпадает. Так, ну, сейчас отправлю на проверку. Так. Accepted, значит, решили правильно. Спасибо, что смотрели данное видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорого.